Приветствую вас, Виталий. Давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь хочется сказать следующее, что если после 15 лет брака жена уходит к другому, значит у вас есть определенная проблема. Именно у вас, именно между вами есть определенная проблема. Понимаете, какая штука? Не так, что жена мечется там и так далее, а именно, что между вами есть проблема. Конечно, у вашей жены тоже есть свои собственные проблемы, которые, правда, ей нужно решать самой. Но есть проблемы и ваши. Есть проблемы и те, которые есть между вами. Вот. И, соответственно, на это, в первую очередь, нужно обратить ваше внимание. Понимаете? Какая штука. Так что нужно сделать анализ ваших отношений с женой. Вот. Чтобы вот понять, какова ваша проблематика. Вот. Следующее. Вы пишете, что когда узнали о том, что жена общается не только с вами, но и с другим, да, вы сказали ей прощай. Ну, в принципе, это понятно. И более того, вполне логично, то, что вы сказали. Но потом вы пишете. Через 2 недели пришел к ней со словами: ты мне нужна, давай все забудем и будем вместе. Вот хотелось бы понять, как вы к этому пришли. Что именно вы хотите, что именно вы забыли? Что именно вы хотите забыть? Забыть те проблемы, которые между вами, или что. Но они никуда не уйдут. Они никуда не исчезнут. Абсолютно. Понимаете, какая штука? То есть тут вот такой момент. Если проблему не решить, то она рано или поздно повторится снова. То есть непонятно ни то, как вы пришли к этому, ни то, чего вы ожидаете. Мне тяжело, я не знаю, что делать. Тяжело вам из-за чего, не знаю, это делать, чтобы что. То есть, чтобы не... что вам делать, чтобы что, вы не знаете. Далее, вы пишете: под натиском моих чувств мы с женой снова встречались как мужчина и женщина. Вот. Ну... Что значит под натиском ваших чувств? Что вы имеете в виду? Давайте вот пока что раскроем вот эти вещи, ну, эти моменты, да? А дальше
постараемся определить, чего хотите вы и чего хочет ваша жена. Если ваша жена и вы хотите одного и того же, то в принципе можно было бы с вами поработать, ну, двумя. Вот. На этом, в принципе, все. Я надеюсь, что это вам было полезным. Я вам желаю всего доброго и удачи.